немецкие арии. Арии Гетлефки, пару слов я не скажу. Это довольно любопытное сочинение. Называется цикл 9 немецких арий. История была такова, что вообще-то ария это все-таки был Леонид Гомер уже. Таких отдельно стоящих арий это не была определенная форма позиция. Гетлер в это время находился в Англии. И находясь в Англии, он сохранил связь с Германией, своими друзьями из Гамбурга. И в частности, у них была довольно отдаленная переписка с композитором Матесом, с которым они вместе играли в Гамбургском оркестре, когда Гетлер был еще юным, был 20 лет, и он там работал с Липачем. И беседовали они вот о чем. О том, как должна музыка соответствовать словам. Потому что основной вариант, который был принят до этого, и любопытно, что потом его считали почему-то специфической особенностью Баха, Шрёдера, про это чем он написал, что каждое слово описывается в музыке. Музыка подчеркивает значение каждого слова. Если припитать, там, где, там, условно говоря, вот, если там нужно торжественно, то такая вот куда. И это был принятый подход вообще барокко. Музыка довольно точно следовала дословно и старалась иллюстрировать каждое слово, постоянно меняя настроение. А вот чуть позже возникла точка зрения, вот ее придерживался как раз Матис, что это не обязательно, вот, что нужно поймать характер всего текста, характер стихотворения, например, и музыка должна в первую очередь соответствовать характеру, а не следовать за каждым словом. И Гендель вот написал 9 немецких арий, тексты, опять-таки, в связи с Гамбурга, еще в те времена, когда Гендель работал, и во время, когда оставался Матисон, там был один очень влиятельный человек. Он был вот, по-нашему, собственно, так назывался, он был членом горосовета Гамбурга. И был человеком чрезвычайно влиятельным, поскольку он распределял финансовые потоки. А при этом он писал стихи в огромном количестве. Большей части драматичные стихи он положил, например, написал либретто к страстям. Вот, есть 4 Евангелия, а он написал поэтический текст страстей. И на него 5-6 композиторов написали страсти. Вот, и вот Гетлер, придирчиво посмотрев эти стихи, большей части, вообще говоря, довольно заданные. Вот, из них отобрал вот те, которые ему понравились, в которых он увидел настроение. И на них написал вот этот цикл из 9 немецких арий. Они написаны для сопрано, высокого инструмента, который часто, это может быть скрипка, может быть флейта, иногда играет даже гармонь. И басса континуума. И вот сегодня мы 4 эти арии представим, и сейчас 2 из них. И солистка Ольга Кречко. Александр Шестер. И Татьяна Андреанова. Thank you.
Thank you.
И вторая ария, она скорее нравоучительная, это ария о том, как слышно часть. Thank you.